Всем привет! Сегодня мы отмечаем день пограничника. Нас не пускают на место традиционной встречи, где собираются пермские пограничники, на речной вокзал. Все вокруг оцеплено полицией. Пропускают лишь тех, у кого при себе есть перчатки и маску. Мне пришлось вернуться до аптеки за перчатками. Туда вниз пустили. Встретился я там со своим сослуживцем. Тут же к нам подошли и нас выгнали, сославшись на указ губернатора о том, что собрания запрещены. Но мы, как законопослушные граждане, ушли оттуда. Милиции, полиции очень много. Пограничников. Пограничники потихоньку подтягиваются. Решали, куда идти. Надумали прогуляться до Горьковского парка. Но пока идем. Буду снимать. Так, здесь вот у нас ребята хотел подойти. Подойти хотел. Спросить, кто где служил. Ну, к нам сотрудники подошли. Нас уже сразу выгоняют отсюда. Больше двух не собираться. Ну и даже и вдвоем нельзя, я так понял. В чем проблема, ребята? Нет, все нормально. Не, я так понимаю, проблема в том, что мы собрались больше двух. Да, больше так, двух. Нам, то есть, нужно отсюда уйти, мы уйдем. Скажите, куда, где мы можем спокойно, свободно пообщаться? Дачи, квартиры, бары, рестораны. Так. Понятно. Ну ладно, что ж, мы законопослушные граждане. На будущий год соберетесь. Не понял. На будущий год, мы обязательно соберемся. Вот. А и через год, и каждый год мы собираемся, как мы собирались раньше, так и будем и в будущем собираться. Но так как мы законопослушные граждане, мы уходим, подчиняемся вашему законному требованию. Канал на Ютубе называется «Пермский копатель». Полиция собирается вот там, вот еще на помощь идут к ним. То есть мы спорить не будем, мы пошли отсюда. Мы уходим. Нас провожают сотрудники полиции. Так, видимо, за нами до конца и будут идти. Вот нашли мы небольшой скверик, остановились немножко посидеть, поговорить всей нашей дружной компании. Я это потом вырежу. К нам уже сразу же идут сотрудники нашей доблестной полиции. Сейчас будем с ними разговаривать. Здравствуйте. Здравствуйте. Патрульно-постовая служба города. Да нас уже предупредили. Где средства индивидуальной защиты? Да, есть. Маски где? Не вижу. Что? Средства индивидуальной защиты. Нам нужно маски где, да? Так, если мы... Вот так вот мы потихоньку двигаемся. По киоске? Под охраной. Когда-то мы охраняли, сейчас нас охраняют. За буйки не заплываем, дороги переходим, на зеленый сигнал светофора. Никому. Да ты бы сказал, что сказать. Никому ничего. Слово против плохого не сказали. Вот нашли мы скромный, уютный такой закуток, где пока нет стражей порядка. Решили здесь немножко присесть и отдохнуть. Равскому! Нам не дают отдохнуть. Саша, со вчерашних погранцуток я очень устал. Нам не дают отдохнуть. Где найти привал? Привал был. Привал мы нашли. Нет, так давайте тогда скажем хотя бы, какой отряды все.
выживаю. Валера, ты в каком отряде служил? Чунжа, застава Каркульдек. Какие года? 73-75, старший вожатый. А что-то интересное можешь вспомнить со службы? Я все за два года вспомнил. Ну, что-то более запоминающееся, что? Рамзес у меня друг был. Ох, он преданный какой. До этого собаку наказывал, собака. Только замахнусь, он весил столько же, сколько и я. Только замахнусь, он упадет, бедняжка. И на меня смотрит так, рука не поднимает. Жалко Рамзеса. Живайский отряд, фонд, собака Агат. Задержали преступника. А года какие? 85-87. Задержали преступника. Курилы, остров Санчирио. 114-й погранотряд. Курилы — это у нас с Японией граница. А года какие? 80-82. Ага. 79-81. Приживальский. Вначале, имеется в виду. А потом Чужа, Чужицкий погранотряд. Достава на Ренкол. Китайская граница. Да, китайская граница, конечно. 50-52. Панкиловский погранотряд, китайская граница. Что с одного места? 92-94 года. Армения. Сначала турецкая граница, затем Армения, Иран. Потихоньку выдвигаемся к памятнику. Разорванное братство. Посидим там. Держим направление к памятнику. Разорванное братство. Дорога на ремонте. Давай, пока. Сейчас мы здесь у памятника находимся. Подошли ребята. С праздником, ребята. Подошли ребята. Где нас гоняют?